Друзья, мы сейчас едем на концерт Bon Jovi, так что смотрите, прямой эфир скоро будет. Но сейчас мы с Ирой пока едем, видео одно для вас запишем. Думаю, что это такой эксклюзив будет, потому что на Ютубе я не встречал об этом. Программа есть для детей, которая называется Early Intervention. Правильно, Ир? Да. Это программа, которая позволяет детям за счет государства приходят учителя и с ними отдельно занимаются. Расскажи, пожалуйста, как попасть в эту программу? Программа до 3 лет. Это для детей, которые отстают в развитии. Ну, или есть на то признаки. Ну, ты можешь получить эту программу, можешь не получить. Я пытаюсь получить, потому что я считаю, что это нужно ребенку, если будет приходить логопед, если будет приходить терапевт, если будет приходить, как сказать, физикал-терапевт, это кто? Ну, наверное, ну, там, массаж и так далее. Бесплатно, ну, да. К ребенку. И если ребенок в садике, то даже в садик будет приходить. То есть они с ними сидят, занимаются, допустим, разные звуки, цвета изучают. Но это такой же учитель, вот как люди там нанимают за деньги, только это бесплатно. И нужно подать документы. Ну, я, допустим, обратилась в агентство. Я обратилась, пришел сначала менеджер этого агентства и расспросил меня, как проходили у меня роды, были ли какие-то отклонения, или, может быть, раньше срока ребенок родился и так далее. В общем, собрал всю информацию. После этого сказал, что придет еще 3 учителя, которые уже проэвалируют ребенка, ну как, протестируют. И приходил логопед, потому что, допустим, если ребенок плохо жует, потом приходит этот физикал-терапевт, который, допустим, ребенку 2 года, ребенок в 2 года должен уже знать 50 слов и различать кое-какие цвета, ну, говорить, естественно, и держать ложку, допустим, и пить из кружечки. И если вот есть какие-то забота у мамы, то она может поделиться с учителями, и они как бы протестируют ребенка. Ну вот они дают разные задания, и ребенок должен. А насколько эта программа, вот если они утверждают? Ну, до 3 лет, зависит, когда ты обратился. Вот первый раз мы обратились, ей было сколько, где-то год. И нам отказали, правильно? Ну, сказали, да, что слишком развита. Ну, на самом деле, как бы, я думаю, любая мама, да и любые родители, и папа тоже, они заинтересованы в том, чтобы ребенок быстрее развивался и пошел уже в школу. Ну, сначала даже не в школу, а это прикей садик, да, получается, как бы дошкольный такой. Пошел уже развитый, и не было ему там сложно и трудно. А на эту программу можно зафайлиться, и вот мы, когда у нас по адаптации приезжают люди, мы даем такую книжку, в которой кратко о всех социальных программах. Там эта программа есть, да, но я просто... На русском языке, учителя все на русском, да, и да. Я, наоборот, хотела именно на русском, чтобы мой ребенок говорил, умел не писать на русском. Ну, не забыл русский, потому что в школу она пойдет, она в любом случае будет говорить на английском, писать, читать. Хорошо, когда она вырастет, чтобы она знала еще один, второй язык, натурально, как бы, ну, вот, чтобы все знала, писать, читать умела и так далее. И вот, кто только прилетел и не говорит на английском, то это все на русском. И учителя, и менеджер, и агентство, все русское. Вот, если, ну, есть и американцы. Вот. Ну, на всех языках основных. Да, и если испанском, сейчас скажут, да, второй раз, то есть я еще как бы решением, я буду подавать апелляцию, это тоже можно делать. Тогда придет другая комиссия и так далее. Вот. Ну, после 3, вот я знаю людей, у которых дети это получают, эту программу, и до 3 лет, и потом они от нее отказываются, потому что после 3 лет это идет в рекорд ребенку. Это уже считается, что он идет как старший садик, да? И в 4 уже идет как будто в 1 класс, ну то есть так считается. И если у него будет записано в его анкете, что у него была вот эта программа, то это типа считается не очень хорошо.
для рекорда просто. Что надо вовремя остановиться. Окей, друзья, будут вопросы вот по всем социальным программам. Пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь. Эта книжка, она листов 70 общая по всем социальным программам. Есть отдельная книжка только по этой программе. Все на русском языке. Поэтому задавайте вопросы. +1 646 477 0520, Viber, WhatsApp. Все, пока.